С начала года в Одинцовском округе зафиксировано 7 случаев гибели людей на железной дороге. Очередная трагедия произошла 7 августа в районе платформы «Отрадная». В 20:44 электропоезд останавливался рядом со станцией. Во время приближения бригада локомотива заметила мужчину, который пытался забраться на перрон. Экстренное торможение не помогло избежать наезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. При этом причина, по которой он выбрал именно такой способ попасть на платформу, осталась до конца невыясненной.